27 мая в зале имени Каца пройдет концерт «Бенефис» Владимира Гусева, художественного руководителя и главного дирижера русского оркестра. О том, что ждет новосибирских зрителей, расскажет Елена Медведи, которая побывала на репетиции. Владимир Гусев – легендарная личность, народный артист, главный дирижер, художественный руководитель и вдохновитель Русского академического оркестра. В его честь уже через несколько дней зазвучит музыка. Сейчас идут репетиции с музыкантами коллектива и приглашенной солисткой Татьяной Ворожцовой. Я благодарна Владимиру Поликарповичу, что вот я имею такую честь петь на его юбилее. И публика, и мы, кто вместе рядышком работаем, будем просто счастливы, чтобы вот эти дни творчества и совместного творчества, они были как можно дольше, и было много еще интересных программ. В концерте прозвучат современные мелодии, национальная музыка, военные песни и романсы. И все это в исполнении прославленного коллектива. На вопрос, какой он, гусевский оркестр, юбиляр отвечает. Красивый, мягкий, акварельный, который любят все певцы, который является для певцов, для вообще инструменталистов, музыкантов, хорошей, красивой подушечкой, на которой хочется прилечь и получить наслаждение от музыки, от бархата, звучания, красоты. Струнная группа, баяны, духовые ударные, в коллективе более 50 человек. Их всех объединяет любовь к музыке и талант художественного руководителя. А всякое бывает, и строгие, и добрые. Иначе ничего не получится. Четыре десятилетия Владимир Гусев бережно хранит традиции, расширяет репертуар. И его бенефис – лучшее тому доказательство. Елена Медведик, Евгений Агеев, новости ОТС.